Кыргызстане вводятся новые правила регистрации товара, импортируемого из стран-участниц ЕАЭС. Теперь для того, чтобы ввести в республику ту или иную продукцию, необходимо заранее уведомить налоговые органы. Это необходимо, чтобы удостовериться в том, что субъект предпринимательства, занимающийся импортом товаров, не имел нарушений в своей работе или задолженности перед фискальными органами. Новые условия ведения торговли – меры вынужденные. До последнего времени предприниматели завозили товары в Кыргызстан по специальным талонам. При пересечении пограничники ставили на них специальные отметки. Но, как показала практика, зачастую данные в этих талонах искусственно занижались. К примеру, рыночная стоимость одного кубометра леса – 10 тысяч сомов, а в документах указывалась сумма почти в 5 раз меньше. Вместе с этим занижаются и показатели объема ввозимой продукции, что в конечном итоге приводит к недопоступлению отчислений в бюджет. Во-первых, мы очень сильно теряем по налогам при импорте и в дальнейшем внутри страны. Очень сильно нарушается принцип конкуренции. Те компании, которые работали с уплатой налогов, они сегодня не могут конкурировать с этими налогоплательщиками, которые возят товары с заниженными объемами и ценами.